Окей, продолжаем цепочку гоблинов. Идея, наверное, с концу должна подходить уже. Так, нам надо выбежать из пещеры через какой-то туннель, через какую-то вагонетку там что-то, да? Если я правильно иду. Мы тут кучу челов уже спаслись из пещеры, с собой взяли. И обходят, тут мешают мне, блин. Ничего не делают, вообще ноль помощи от них. Зато мешают они отлично. Так, ну из туннеля, точнее из пещеры мы вышли, да? Через туннель. Вагонетка. О, хрен, у вас тут гоблин какие-то тусят. Жанин. Так, вагонетка, но. А какая-то скрип, она скрипучая. Головокружительная поездка на тачке. Все, что нужно сделать, это запрыгнуть в тачку, а как доберешься до низу, поговорить со стенкой грили. А, все ты. Реально скрипучая. Уи, поехали. Горки. Нормально. Вот же какие-то гоблинские технологии настроены, точнее, эти заводы. А, можно? Не надо. Нормально. Это чуть взорвалось. Осенка гриля. Чё почём? Головокружительная поездка на тачке. Как мы это называем в союзе механиков? Прямо из высокотемпературного металлического вороченного устройства до окисляющей энергетическую смесь нервных газов и твердых частиц. Включение крошеров. Этому негодяю, торговому принцу Гливиксу, каким-то образом удалось разместить на борту своей яхты целую бомбную команду акул хитрой шестеренки. И ведь я даже не заметила. А теперь они делают за него всю грязную работу на вырубках. Кабелла, ты же выиграл для нас чемпионат на Кизане. И только ты сможешь избавить нас от них. О, да, я могу, да, было дело. Я выиграл. Ой, тренер здесь. Разберись с этими акулами хитрой шестеренки, пока они нас не разгромили. Быстрее, быстрее! Идеальная футбольная футбомбная униформа. Слушай, малыш, я здесь за тем, чтобы к концу игры у тебя был шанс на победу. Тралу понадобится твоя помощь в борьбе с торговым принцем. Мы сгрели их Хабартом и изобрели идеальную футбомбную униформу. Ну а чтобы ее изготовить, нам кое-что потребуется. К счастью, на этом складе полно запчастей крошера. Так что двигай туда и поработай на все 110%. Не споткнись! А мы сделаем тебе лучшую футбольную униформу, дочка. Но для начала нам нужны запчасти. Много запчастей. Запчасти. Гобер. АФКшер. Он что-то продает? А, это банк. Понял. Так, ты что-нибудь продаешь, туз? Дамочка, я не знаю, сколько мы сумеем продержаться. Надеюсь, у тебя есть план. Так, план. Запчасти, акула убита. Угу. Но в прошлый раз запчасти крошил, у акулы хитрой шестеренки снаряжение всегда было лучше, чем у буконьеры в трюмных вод. Наступило время расплаты. Насколько я помню, мы убивали как бы в этом. Сидя в крошере, да, этих челов. А не просто так. Как будто бы хочется обратно в крошера залезть. Или мы так справимся? Вообще и так справимся, в принципе, почему бы и нет. В крошере было попроще, конечно же. Проблем было явно меньше. Вашу скорость восстановления энергии 50%. Да. Так, наверное, сначала чела будем делать, потому что они запчасти могут дропнуть. Начнем с них. А потом доберем оставшиеся. Потому что запчасти легко лутаются, а вот этих челов нам все равно убить надо. А с них они тоже лутаются. Поэтому можно не лутать особо запчасти в приоритете. Так, 6 из 8. Так, еще двое, и запчасти у нас уже 5 из 8 тоже. Ну, запчасти легко добывается, они как бы крошер уже так валяется. ТКК. Блин, что такое ТКК? Вообще, ну, я подозреваю, торговая компания, да? И что-то около того. Что такое второе К?
Так, что, нам двух не хватило, да? Пойдемте два доберем. Раз. Тут два. Нет, сволочь увидел меня. Отстань. Вот там увидел, блин. Ой, трясется. Че, защищай меня. Окей, отстал. Чего тебе? А раньше мне не очень нравился футбомба, но благодаря тебе теперь я пересмотрю свои взгляды на эту игру. Не пропадай. Мои матчи тоже пересмотри, там топовые это были. Ты. Особенно с Миртакрылом, когда эффекты были всякие. Давай посмотрим, что у тебя тут габелло. Да, это зайдет, ты молодчина, малыш. Я позабочусь о том, чтобы тебе достался лучшая футбольная униформа в мире. А пока тебе нужно сбросить другие бомбы на прислужников торгового принца. Система охлаждения. Надо лишить торгового принца Гливикса запасов нефти, застопорить работу нефтедобывающих агрегатов. И в этом понадобится твоя помощь. Отрулись на нефтяную платформу ТКК и открой клапаны. Это вызовет перегрузку системы охлаждения. А потом разыщи пульт управления и взорви платформу. Осторожнее там. Осторожнее там. О, изи. Тебя что? Привет! А кратчайший путь к сердцу. Ох, подруга, ты даже и не представить себе не можешь, кто сейчас находится на нефтяной платформе к северу отсюда. Изи печально качает головой. Там чип, и он служит торговому принцу. Это змея подколодная. Тебя предал и перешел на другую сторону. Говорят, теперь он гуляет с этой девкой, конфеткой. А лично я на твоем месте вырвала бы ему сердце. Ну, Чип и Дейл, тварь. Не пропадай. Не позволяй ему так с тобой обращаться. Вырви его сердце, девочка. Так, вырубить сердце, ага. Все еще бьющееся сердце. Угу. Так, ну пойдемте вырвать сердца. Украдем его сердечко, так сказать, да? Втайной робот ТКК. Что такое ТКК? Не говорят ведь никто, да, нигде. Или говорят, я просто не обращаю внимания. Клапан квадратик 1, а? Какой еще квадратик? Так, это здесь квест давать. Квадратик, лазерный резак. Не надо меня лазером резать. Так, клапан квадратик 2. Квадратик 3, ага. Так. Ну чё, Чип и Дейл? Да спасались? Мир. Я не могу поверить, что ты так со мной поступаешь. Что поделать? Мне нужно твое сердце. Хоть крутиться, блин. Не крутись здесь. Так, забрать сердце. О, забрали. Все еще бьющееся сердце. Пустое, как и все обещания, которые я вам когда-либо давал. Так, здесь где-то еще один клапан есть. Хватит. Режет и режет. Так, похилить, пожалуй. Опа, стихии, давайте. Мочить его. Так. Еще один клапан квадратик 4. И квадратик 2 остался. А, это номер? Так у них. А почему у них номер? А здесь может, да, прописаться. А там что-то им номер не нравится прописывать. Интересно, почему? Шрифт какой-то другой, типа, или что? Я помню, везде шрифты одинаковые, плюс-минус стоят. За почему квадратик? Индикаторы на панели управления будто с ума посходили. Прощай, черное золото. Там на платформе, на панели управления, есть какая большая красная кнопка. Вот если нажать эту кнопку, наверняка произойдет большой взрыв. Так, надо жать. Жму. Цель достигнута. Так, чё? Ой, горит. А, бежим, 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 бежим. Пожар. А, воду. Почти. Хорошо, горит. А что за кнопку мы нажали? У них была там кнопка самоуничтожения? Интересно, зачем им? Чтобы добыть нефть, а потом сломать ее сразу же было удобно. Так, неплохо, так жахнуло жара, взрыва аж до сюда дошел. Не давай себя обдурить. Так, где Изи? Видите,
что-то ничего не изи. Где изи? А, вон она хоть сражается, да? Это она сражается. Рада видеть. Ну, какое решение примешь? Смерть или прощение? Ну-ну, не плачь. Он получил по заслугам. Ты еще встретишь мужчину, который будет хорошо к тебе относиться. Давай я заберу у тебя это. Мы же не хотим, чтобы тебя приняли за сумасшедшую. В смысле? Сердце хочешь отнять мое? Пора делать денежки! Жесть эпическая. Не, ну такой надо брать. 64 уровень, жесть. Там. Так. Ой, исчезновение дали. Наконец-то. А, так. Откуда я сдам? Чё, почём? А яма рабов. А, хами сейчас в ямах рабов. Они с орками готовятся разыграть последнюю комбинацию в игре с торговым принцем. Габелла, возьми эту футбольную унифарму, отправляйся по дороге на юго-запад, найди хами. А знай, она хочет поручить командование тебе. Тьфу, ты, я уже начинаю говорить как тренер. Увидимся как-нибудь. А, это какая униформа? Я понял. Промеж глаз. Завершающий прием. Выстрелить из пистоли, нанеся цели урона, повышающий вероятность кредита. О-о-о. Так, куда мы едем? Сюда едем, да? Нефтяная платформа ТКК. ТКК. Так, ям рабов. Приехали. Да, приехали. А, вижу. Есть мысли. А, ям рабов. Интересно, где тебя носило? Не переживай, мы превратили эту футбольную униформу в самую классную футбольную униформу, какая только бывает. Работы у нас нет. И что за имя такое? Конфетка. Разве можно верить этой конфетке? Знаешь, до того, как ты разобралась с чипом, она ведь с ним встречалась. А теперь ее кавалер, сам торговый принц. Я вот не могу смириться с тем, что она гуляла с твоим бывшим. Может, тебе отправиться в ямы рабов и позаботиться о ней раз и навсегда? Бывай! Деньги сами себе... А девочка, она убила твоего милого. Ты знаешь, что нужно делать в таких случаях? Да. Знаю. Ладно. Ой, там еще квест был. Тихо. Отстаньте. Кого? У Хобарта. Хочешь что-то спросить? Вторая космическая. Вообще-то у нас нет времени спасать тех, кто настолько туп, чтобы попадаться снова и снова. Но так как у меня осталось немного ракет после зарядки твоей идеальной формы для футбомбы, все решаемо. Оттащи эту одноступенчатую ракету-носитель вниз, в ямы рабов, на севере, и прикрепи их к клеткам. Клетки выйдут на орбиту, и эти идиоты будут свободны. Назад к чертежам! Одноступенчатая ракета-носитель. Закрепите две ускорительные ракеты на боковых стенках каждой клетки, чтобы обеспечить им разгон до второй космической скорости. Они в космос не улетят? Они же вернутся после разгона до второй космической. Или чтобы в космос улететь, нужна третья? Или всего две эти космические скорости? Так, а что мне надо? Где клетки? А, вон клетки вижу. Запущено в полет клеток. Так. Что тебе надо? О, опять пираты. И здесь они. Ой, ну котик, ну блин, ну случайно, ну чё ты сразу? Давай мир, давай разойдемся. Котика сагрили. Так, полетели. Надо посмотреть, куда они летят. Просто открой дверь, о нет! Так, ну надеюсь, они вернутся. Парашюты же мы им там дали? Стоп, как не дали? Да не, все будет окей. Ну, клетка смягчит удар. Они же в клетке сидят, так что нормально. Все будет хорошо. Они прям в шар сразу же подлетят. А мы там будем их ждать. Мама. Да-да, к маме. Все правильно. Просто открой дверь. Так это какая дверь, блин? Ну что? А если вы опять попадетесь? А так вы в безопасности сразу же окажетесь. Так. Хотя бы безопасную клетку открыть. А, нет, тихо. Меня тут не было. Э? Кого-то видел? Я никого не видел. Так, нам надо конфеты. С конфеткой поговорить, да? А я могу спринт нажать, чтобы из инвиза не выйти? А есть вообще спринт? Спринт, 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 спринт. Во, эта штука. Да, могу. А куда бежать, вопрос?
О, интересно, у нас тут клетки. Так, конфеточка. Эта штука, да, мне нужна? Я помню, первый раз противник из инвиза такую. Оглушение, слышь? Ты просто завидуешь тому, что я нашла мужика, у которого есть способности. И толстый кошелек. А чё он труп? А, это который в новогоднем этом платье. Так, все, найс. Возвращаемся. Так. Ой, ну да, то, что взлетает, когда-нибудь обязательно упадет. Ну, если за пределы как бы, земли не вылетит, то да, упадет. Мать новаторства! Как оно? А, так ей надо, за то, что увела твоего пар. Работы у нас не в проворот. О, синенькая. Синенькая нам надо, да-да-да. Радость! А, решающее противостояние. Габелла, вот и все. Трал сейчас на верфи Гривикса. Сражается с торговым принцем. Давай запрыгивай в свою идеальную футбольную униформу и еще выезжай туда. Габелла, бери свою идеальную футбольную униформу и мчи к причалу. Помоги Тралу справиться с торговым принцем. Да? Ой, у нас какие-то кнопочки. Запрещенный прием. Врезаться в торгового принца, нанеся урон. Ага. А гол ворота. Бросится к ногам торгового принца футбольный меч, который взорвется. Ага. Так, там куда-то туда, да? Где тут подъем есть? Не вижу. Он на земле, надеюсь, стоит? А, подъем не видели? Там, по-моему, подъем. Так, а это что? Рвануться к торговому принцу с расстояния до 45 метров. Ага. Кинуть мячик. А это какое расстояние? Вплотную? Так. Опа, опа, опа. Вижу, предатель подоспел, чтобы спасти тебя, вождь. Как ловко. Вы оба склонитесь передо мной или умрете, или пройдет через коридор. И начну я с тебя. Так, на вроде дамаж, но как-то слабовато, да, как будто бы. Надо хлопнуть этой гранатой перед носом у какого-нибудь болвана вроде тебя. Ой, нас дамажит. Мы вроде выигрываем. Ну что-то такой себе файт. Довольно унылый. Бывали получше. Бывали намного лучше. Не знаю, может быть что-то делать можно? У меня даже... А, нет, могу шевелиться. А, я бок не могу. Могу только прямо назад ходить, да? Мне кажется, вот эта штука должна ему оглушать обилку, пронизать, да? Развивать косты. Ой, тут Рал был все это время. Дядя, дядя, я сдаюсь! Ребята, мне с вами не справиться! Да-да. Я побежден! Вы мне указали на мои ошибки! С этого дня я обещаю совершенно иначе вести дела картеля! Картель? Тюремная компания... Ой, торговая компания картеля. Трал. Ты кака? Трал? Ага, Тралу плевать. Так, мы возвращаемся. Эх, прыжочек. Нормально, прыгнули. Так, нам не туда. Мы идем сюда. Так, здорово, я все сделал. Могу отсюда квесты звать? А, ура, у тебя все получилось, мы спасены, Габелла. Выгнали. Победа. Ты для столько сделала, мы будем вечно тебе благодарны. А теперь мы все вместе уберемся с этого острова, пока он не взлетел на воздух. Но сначала Трал хочет с тобой побеседовать, Габелла. Я тебя вмиг переправлю к нему на ракете. Увидимся на корабле. На чем переправить? На ракете, говоришь, да? Знакомые сапоги. Локтар, друг. Локтар, победа, Габелла. Подарок Трала. Локтар. Посланник вождя. Разбойница, гоблины и орда добились вместе слишком многого, чтобы сейчас разорвать союз. Я хочу, чтобы картель трюмных вод стал частью орды. Поэтому тебе нужно доставить кое-что новому вождю. Отправляйся в Дуратар, в бухту У вас нет вождя. Отправляйся в Дуратар, в бухту Острорука. Там на пристани ждет моя связанная из племени Черного Копья.
Передай ей этот сверток, а она, в свою очередь, поможет тебе добраться до Аргримара. Когда все будет готово к отправке, поговори с Хами, Кафилинагель. Она находится на борту корабля. До встречи, Габелла. Акамагош, удачи тебе и твоим родичам. Запечатанный сверток упакован довольно плотно, но внутри все равно перекатывается что-то металлическое. Так, куда нам надо? Дарк Трала оденем. Что такое? Ага. Челы вернулись. С возвращением. А вы испугались. Вот вас заморозили и даже на парашютики спустили. Лол. Так, а куда мне пойти? Не сюда? Доставьте запечатанный сверток верному служителю Черного Копья. На причале в бухте Остророка в Дуратаре. Погодите, а как в Дуратара попасть? Так, не подскажете, как попасть в Дуратар? Штука не юзается. Так. Что, мы поплывем или как? Как в Дуратар попасть? Сейчас мы не можем вернуться в Калимдор с тобой. Отправится только Чок. Придет еще один корабль, он и заберет нас отсюда. Габелл, твое самое великое приключение еще впереди. Наши пути еще пересекутся, и когда в твоих руках будет судьба всего мира. Всего мира, блин. Мне бы отсюда уплыть как-то. Ты что скажешь? Габелл, я с тобой не разговариваю. На твоем месте я бы не рассчитывал на прибавку жалования в этом году. Я всегда опережаю конкурентов на 3 шага. На 3 шага? С кем-то поговорить надо, может быть? Никому не удалось бы повторить твой подвиг, Габелла, но почему вы решили наладить пощадить Каливикса? Это выше моего понимания. Его должность должна была достаться тебе. Надеюсь, что до Шары мы доберемся без приключений. Я хочу наконец уйти на покой. Бегай отсюда! Не тупи! Давай раз и навсегда разберемся с этим ехидом. В Шаре не хватит места для нас двоих. Габелла, ты хоть понимаешь, сколько времени бабок мы сэкономили благодаря тебе? Это же была настоящая катастрофа, но тебе удалось в одиночку спасти весь картель. А как жаль, что Трал пощадил Каливикса. Мне кажется, что из тебя вышел бы отличный торговый магнат. Но это что, тоже не понимаю этого момента. Пойдем в Аргримар, выйдем в Шару, давайте выведем эту посудину в море. Тренер. У тебя все получилось, малыш. Мяч доставлен в зачетную зону и взорван. Значит, победа за нами. А теперь уходим отсюда. Я думаю, что новую команду нужно назвать Габелла и подрывники. Как дела, дорогуша? Мы проделали большой путь, чтобы попасть сюда, малыш. Спасибо тебе. А теперь давай выбираться с этого острова. Я бы с радостью, не знаю как. Габелла, спасибо, ты просто молодчина. Конечно, без моих гениальных советов у тебя ничего бы не вышло. Надеюсь, ты метишь это в своем отчете. Но все же тебе удалось добиться результата, несмотря на полную некомпетентность моей ассистентки. Полигонные испытания сами себя не проведут. Да-да. О, Габелла, тебе действительно это удалось. Но если эта старая корыта сейчас не отправится в путь, то, по моим подсчетам, велика вероятность того, что его разнесут в лочи, вылетающие из вулкана камни. Ну так что, в путь? Рада, что смогла. Да в путь, блин, как? Это кто такой? Не встречались? Нет, не встречались. Первый раз я вижу. О, сдачи нет. Ты живой? Все, что тебе нужно. Да он, по-моему, там однако убегал, да? О, Чок. Кровь и гром. Видит я. Мусорщица? Их не знаю. О, Штейгер. Ну, что еще? Габелла, я знал, что ты справишься. Как думаешь, в Ашаре для меня найдется работа? Там тролли есть? Покнись. О, полно. Они, правда, союзники, а не рабы. А, девочка, мы идем в Аргримар, а затем к нашему новому дому. Аша, увидимся до там. До скорых встреч! Ползун. О. Вот все и закончилось, босс. Это была большая честь для меня. Я уверен, что скоро мы снова встретимся. Хами, отправляемся в Аргримар, пока этот остров окончательно не взорвался. Ура, я нашел. Сам последним NPC, да, я поговорил? Единственный, который был нужен. Дуратар. Верная служительница Черного Копья. О, вот это... Не боись, не укусь. Что привело тебя в Аргримар? До встречи. Я знаю, кто тебя прислал. Он просил тебя передать мне что-нибудь. Пока-пока. Сообщение для Сурфанга. Блин. Для кого?
А верная служительница Черного Копья вскрывает конверт и читает письмо. Закончив читать записку от Трала, она слегка улыбается, обнажая клыки. Это нужно немедленно доставить Сору Фангу, прямо в Аргримар. Обязательно пояснишь ему, что записка от Трала. Возьми моего ящера. Поторопись, мешкать с этим нечего. Оставить эмблему Широу, верховному воеводе Сору Фанга, в крепость Громаш, что в Аргримаре. Береги себя. Они имели в виду на кладбище, или что? Может, на кладбище лучше сходим? Это эмблема, которая была оторвана с униформы офицера Широу, запеклась кровь. Давайте на кладбище сразу. Мне кажется, нам не надо делать этот лишний крюк. Убеждаться, что его там нет. Дайте сразу куда надо. Ящер, конечно, да. Везет нас. Какие-то садные механизмы. И что это? Как будто бы кто-то осаждать Аргримар приготовился. Ладно, еще не приготовился, еще рано. А что так лагает? Это Аргримар, да, лагает? А, нет. Чел ПВП, что это из-за вас лагает? Ну-ка, блин. Не ПВПшится. Друид против... Вот это там. Как же тут лагает? Драконьи острова пробудились. Драконьи острова, да? Драконов домой. Да-да, обесен. А обязательно драконьи острова пробуждены. Ой, а что такое? Это синяя штучка. А что это? Так, что там у нас? Сорфанг на месте? Крепость Громаш. Че, кто тут? Жесть, Сорфанг! Рокхан. Ага. Тауранок Мистик. Не знаю такого. Гатура тоже не знаю такого. А где я знакомый? О! Эйтрик. У? Наставники, ага, Тиелис. Чё, блин, фпсов вообще нету? Служу Орде. Это что, гоблин? Похоже, ты не здешняя. Ты как будто бы тоже не здешний. А сообщение для Сорфанга. Это от Трала. Сорфанг задумчиво потирает подбородок. Я очень хорошо понимаю, о чем тут говорится. В Ашаре работают и другие гоблины, которых ты можешь навестить, чтобы освоиться. Сорфанг указывает на Гобера. Мы нашли его, когда он слонялся по городу. Кажется, он узнает тебя. Возможно, он тоже захочет пойти с тобой. Отныне и впредь ты и весь ваш картель трюмных вод будет единый с Ордой. Габьера? Старости лучше избегать. Габьера. А каково? Какого Габьера? А о каком Габьере речь? Не понял. Шокнар, Зор. А где вождь? Хочу вождя видеть. У вас, по-моему, кого-то не хватает. Вам кажется? Знаете, я это исправлю. Все. Это мое место. Теперь моя орда. Так, все на этом, да? Драконьи острова. Драконьи острова — это не то. Это не катаклизм. Ну, катаклизма скучать мы прошли. Блин, а почему я не понимаю, Сорфанг жив? Что за не канон? Бить. Лишний.